социальной политики наше соглашение четко закрепило конституционную норму. При формировании бюджета страны в первую очередь должны быть предусмотрены расходы на минимальный прожиточный уровень пенсионеров, инвалидов, бюджетников, и только после обеспечения минимального прожиточного уровня финансами, доходами в виде пенсии и зарплат мы можем позволять себе тратить деньги на инвестиции. Поэтому в социальном блоке этот принцип является базовым, и все решения социальной политики мы будем проводить из этого принципа.